Завод «Белшина», 2 июля, на часах 14.00. Грузчик предприятия Дмитрий Куракин с помощью тросов собирается сдвинуть с места большегруз. Фуру массой 15 тонн, 200 килограмм. Сам бобруйчанин весит всего 80. Прямо сейчас за моей спиной Дмитрий Куракин устанавливает новый для себя рекорд. В прошлый раз машину весом более 15 тонн ему удалось протянуть ровно 5 метров. Посмотрим, будет ли в этот раз больше. Трекпул или тяга автомобиля – одно из самых популярных упражнений в силовом экстриме. За рулем авто нет водителя, машина двигается за счет усилий 31-летнего силача. В итоге фура проехала ровно 12 метров. Комиссия из книги рекордов сможет приехать лишь через 3 недели. Спортсмен решил не ждать и посвятить достижение Дню независимости Беларуси. Поставили мы себе задачу, тренировались, работали. Большая благодарность представителям «Белшина Транс». Они предоставили машину, предоставили время, чтобы я ей занимался. Подготовка к эксперименту заняла ровно неделю. К выбору площадки подошли скрупулезно, чтобы было ровно и без уклонов и ям. После выбора большегруза сделали тестовую тягу. Планировали логистику таким образом, чтобы ни ущерб ни транспортному предприятию, ни грузоотправителю. Автомобиль прибыл буквально вчера. Это стандартный автомобиль, он порожний. Вчера мы провели контрольное взвешивание для чистоты эксперимента. Поддержать спортсмена и поболеть за него пришли коллеги по цеху. Молодец, небольшой парень, работает грузчиком, вот откуда истинная сила идет. Вот обычные заводские грузчики какие вещи могут вытворять. Гордость переполняет за то, что рядом с такими людьми работаешь. Он у нас упрямый. Если задался целью, значит пойдет вперед до конца. В копилке бобруйчанина уже есть мировой рекорд. 30 октября 2019-го Дмитрий Куракин перевернул шину весом 270 кг 10 раз за одну минуту. Достижение зарегистрировали в Интеррекорд, первой в мире международной альтернативе книги рекордов Гиннесса. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.